Ольга Бузова ведет борьбу с угнетением в социальных сетях. Популярная певица и звезда телешоу «Дом-2» Ольга Бузова утверждает, что часто проглядывает комментарии на своих страничках в соцсетях, и, к сожалению, далеко не редкостью стали комментарии негативного характера. Поэтому звезда вынуждена бороться с травлей в интернете. На странице соцсетей Ольги подписаны около 9 миллионов человек. Популярная телезвезда постоянно ведет диалог со своими подписчиками с помощью своих страничек. Однако не все подписанные на 31-летнюю певицу люди являются ее поклонниками. Как утверждает сама Бузова, в связи с завидной популярностью ей приходится сталкиваться с массой негативных отзывов о самой себе со стороны пользователей интернета. Певица также утверждает, порой ей даже кажется, что для некоторых является неким смыслом жизни написать под ее постом или фотографиями какую-нибудь гадость. Но за столь долгое время, на протяжении которого она несет бремя популярности, Ольга Бузова научилась справляться с негативными эмоциями окружающих. А потому ей стало гораздо легче не обращать внимания на подобные едкие заявления в свой адрес. Более того, телезвезда уверена, что не стоит отказываться от соцсетей и популярности из-за подобных комментаторов, потому как их зло строится на личной неудовлетворенности в жизни. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь видео с вашими друзьями, пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и актуальных новостей.